как всегда, у паркета сегодня Евгений Седых, и рядом со мной Паша Кореец, легендарный диджей. Готовим сумасшедший просто вау-трек совместно с Пол Акинфолдом для выхода команды, представления всего шоу, которое будет подходить под эту композицию. С самим легендарным Полом Акинфолдом, обладателем Грэмми. Это хороший очень мой близкий друг, мы дружим с ним уже более уже 18 лет, с 2000 года. Я его все время в шутку называю «моя английская бабушка». А рядом со мной, дамы и господа, прямо сейчас... Алена Апина, здравствуйте. Здравствуйте. Куда смотреть? Что вы? Куда смотреть? Смотрите на меня. У меня глаза разбегаются от такой красоты. Давайте я вам покажу фотографию игроков нашей команды, а вы скажете, кто из них, ну не то чтобы American Boy, но с кем бы вы уехали. Вот, вот ребята в нашей команде. Кто вам наиболее симпатичен? Ну давайте. Вы знаете, что это Джоэл Баламбой? Джоэл Баламбой, дамы и господа, American Boy по версии Алены Апиной. Прямо сейчас рядом со мной, ты в кадр, по-моему, не помещаешься. Анатолий Каширов, игрок в прошлом ЦСКА, двукратный чемпион Евролиги в составе нашего клуба. Твой рост, расскажи всем. 2,15, мой рост 2,15. 2,15, я 1,85 м. Ну, может быть, какой-то высокой подошвой кроссовки 86. 2,15 человек. В каком году впервые сыграли ЦСКА и Макаби? Вопрос никто не подсказывает. 1633, 1974 или это третья игра в истории клуба? Пусть это будет третья игра в истории клуба, я не знаю. А вы знаток ЦСКА, вы часто ходите? Да, часто. Да, это чувствуется. Евгений Седых – это создатель первого баскетбольного учебника с громким названием «По моим стопам». Олимпийский чемпион по забрасыванию баскетбольных уток в интернет или ведущий этой программы? Ничего себе, этого парня знают. Спасибо большое, Макс. Отличный вопрос. Спасибо вам, следите за анонсами в наших соцсетях, когда и какие эфиры у нас будут, большие интервью еще в пути. Ну и обязательно приходите сюда поболеть за нашу команду.